Тендер на право обслуживания 22 и 26 маршрутов в Челнах выиграло предприятие «Пассажирские перевозки». Напомню, для работы на них в город привезли ЛиАЗы, которые ранее возили пассажиров в Москве. На маршруты в Челнах выведут 46 автобусов средней и большой вместимости. Курсировать они будут с 7 утра до 11 вечера. Контракт рассчитан на 3 года. Как нам сообщили в «Пассажирских перевозках», он должен вступить в силу спустя 10 дней после проведения тендера. И, возможно, уже в конце следующей недели автобусы выйдут на городские дороги. Напомню, ранее мэр Наиль Магдеев пообещал горожанам, что в феврале ЛиАЗы приступят к обслуживанию челнинцев.